Я уже не тот, что раньше. Мой красавец уже не такой бойкий, ему нужно взбодриться, развлечься в выходные. Он хочет синюю таблетку. Вы говорите о своем пенисе в третьем лице. Нас двое, я и он. Отдыхаете тоже порознь? Для одного из вас это, наверное, мука. Полагаю, таблетка вам не нужна. У вас лекарственная несовместимость, а нужно поднять инсулин до уровня мороженое с шоколадной крошкой. Инсулин? Да. Но вы же помните, вы его колите от диабета, но забыли сказать сестре. Ваши руки. Нет волос, значит, повреждение нервов. А туфли размера на два малы, значит, снижена чувствительность стоп. Плюс ваши брюки. Вы поняли по брюкам, что у меня диабет? Нет, что вы идиот. Сахарная пудра на правой штанине. А судя по двум салфеткам в правом кармане, могу поспорить, это не первый пончик за сегодня. Реанимация. Джон Генри Джайлс, палата 324. Вы выписали таблетки? Конечно, почему нет? Если есть болезнь сердца от запущенного диабета, они вас убьют. В противном случае, вам обоим классных выходных.